ширины прокатимся. Ты чё, ты туда улетишь, а я как? Ну я сам там. Серьезно, без меня? А, ну да, правда. О, нас снимают. А. Это altapress.ru, правильно? Слушай, там очень много читателей. Позовешь их к нам в театр? К нам в Томск приезжайте. У нас уникальный театр, удивительно. Он не похож ни на один театр в мире, правда, правда? Да. Он весь из дерева, из сучков. Он похож на лес. У нас там живые куклы. Вместо работников театра они все делают. Встречают, там чаем угощают, занавес открывают, звонки дают. Я вот спектакль играю. Да, это артист Ёжик Владимирович. Наш любимец публики. Детище Владимира Захарова, поэтому он Владимирович. Теперь мы с ним играем спектакль про ёжика. И у нас еще много других спектаклей, к нам приезжают еще на гастроли очень часто. И вообще у нас очень хорошо в театре. И все, кто приезжают, потом не хотят уезжать и уходить. Не выгонишь потом. Ну да, такое бывает. У нас чай вкусный, с травкой. Любимый ёжик. Ждем.